Продавец монет на PlayStation и ПК Сергей Дарченко. Низкие цены, быстрая доставка. Ссылка в описании. И не забудьте сказать то, что вы пришли от D104X. Давным-давно в далекой-далекой галактике начинающий ютубер D104X начал ванап за Фернандо Торреса. Спустя 10 мучительных серий он смог добраться до решающей, 11-й серии, в которой он опять удалил начало ролика, и ему пришлось выкручиваться такой заставкой. Он надеется, что вы оцените последнюю серию и поставите ей лайк. Приятного просмотра. Итак, состав с рейтингом 83, и это испаночка. Ну просто, тут не испаночка, тут просто испанские игроки. Ну хотя испаночка то. Итак, матч начался, но сильно лагает у меня. Хотя, можно уже здесь забивать первый гол, это всего лишь 3 минуты и уже счет 1-0. Но то, что вначале лагает, ну это как бы уже обычно для моего канала, то, что у меня все лагает. Не беспокоимся, я сейчас буду выпрашивать компьютер, так как мой настоящий компьютер, да я даже могу вам показать его, вот такой, ему уже больше 7 лет, а точнее даже 8 вроде бы. Я надеюсь, то, что мне все-таки смогут его купить, потому что на ноутбуке очень сильно уже лагает, и FIFA 16 здесь вряд ли пойдет. Соперник походу АФК, я не знаю, окей, подождем, может быть, его минут 10, и если уж никак он не отзовется, то, пожалуй, будем забивать. Хотя так будет не сильно интересно. Все, соперник отозвался, нормально, продолжаем играть, сейчас сразу же он проводит контратаку. Но здесь у меня все хорошо на выходе. Торрес бежит, Торрес! И нужно бить уже! И гол! Два гола мы уже забили. Это еще только 13-я минута встречи. Блин, ну все равно с лагами забивается мяч. А вот это только единственное, что обидно. Надеюсь, остальное вас устраивает. И нам осталось забить один гол, чтобы закончить этот ванап с Фернандо Торресом. Соперник опять куда-то отошел. Окей, подождем. Фернандо Торрес! Торреса отталкивают очень сильно. Сейчас будет штрафной. Итак, сейчас шанс для Фернандо Торреса. Пробуем ударить, и мяч летит мимо. Ой, моя ошибка, сейчас, ну, вратарь все выходит нормально. И сейчас опять атака на мои ворота, причем очень агрессивная вроде бы. Народу здесь немало бежит, и сейчас навес, и здесь опять Торштеген очень хорошо играет на выходе. И сейчас хороший пас на Торреса, который бежит, и может забивать, и это последний гол в ванапе за Фернандо Торреса, ребят. Тут уже нечего говорить. Фернандо Торрес просто царь. Ну вы посмотрите. Вот так-то по чесноку все голы в этом ванапе он забил именно вот таким образом. Но сколько он их забил и за сколько матчей, это уже другой разговор. Я, конечно, может быть, сейчас и доиграю до конца этот матч, а может быть и нет. Но прекрасно играет Торрес. И передача на Торреса, который бежит. И что здесь сделаем? Попробуем вот так на замахе. И вот так вот в дальний угол. Закрутите гол! Вот сейчас я точно не ожидал от него. Вы видите, он даже из дальних позиций. Хотя у него и лонгшоты такие таксибешные, но он все равно с дальних позиций может принести ущерб соперникам. Вы посмотрите, какие там фанаты. На трибунах фанаты какие грустные, но... Ребят, это Фернандо Торрес, вспоминайте такого игрока. Торрес! И еще один гол, но хоть тут вратарь уже выходил. Я не виноват, а Торрес молодец. И он забивает 5-й гол в этом матче и в этой серии. Ну и все, матч закончился. Я дождался этого нудного соперника, который, походу, куда-то вышел или что-то типа того, или хотел проверить мои нервы. У него это получилось сделать, но самое главное, мы закончили ванап за Фернандо Торреса, мы забили 5 голов за один матч, причем они все были очень хорошие и очень на изиче. Ну и так, поменяем по фасту игроков, Бената поставим вместо Рафини, и Бору вместо Родригеса, и в защиту поставим того же Хуанфрана, пусть будет так. Ну и на этом мы закончим этот ванап. Всем спасибо, кто смотрел эту серию, точнее даже эти 11 серий. Я надеюсь, вам понравился этот плейлист, который вы сможете просматривать каждый раз. Также я хочу вам сказать огромное спасибо за поддержку, за просмотр, а также за лайки и за дизлайки, все равно которые мне дают прибыль. Маленькую, но прибыль. Ну а следующий ванап, может быть, будет скоро, а может быть, уже будет FIFA 16. А так, на этом все. С вами был я, D104. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, ставьте лайки, все. Всем спасибо, пока!